целях обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения беспорядочного скопления автотранспортных средств в районе расположения парка «Новый Узбекистан» во время проведения новогодних празднований вокруг главной елки страны для комфортного и безопасного передвижения граждан и гостей нашего города 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года по улице Махтумкули будут организованы две временные автостоянки для посетителей парка. Одна из них находится со стороны улицы Паркент, ведущей к парку, протяженность которой будет составлять 4 километра, и вторая со стороны автомобильной дороги государственного значения 4Р12 до реки Червак протяженностью 1,7 километра. Движение автомобилей напротив парка будет временно ограничено. В частности, с учетом притока автотранспортных средств. Для улучшения пропускной способности в промежуток между 57 и 92 километров автомобильной дороги 4Р6 Ташкент-Чимкан и на промежутке с 0 километра до 12 километра автодороги 4Р10 Червакское водохранилище, кольцевая дорога, будет организовано одностороннее движение. В такие моменты просим вас правильно оценить ситуацию и постараться выйти из нее самым оптимальным и правильным путем. Просим всех участников дорожного движения передвигаться по указанным направлениям инспекторами дорожно-патрульной службы. Не садиться за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Строго соблюдать скоростной режим на дорогах, особенно в местах празднования. Дорогие соотечественники, если каждый из нас будет неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, неприятных ситуаций не произойдет, и праздник пройдет благополучно. С наступающим Новым годом! Мы желаем вам безупречных и безопасных дорог!